Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Я продолжаю уборку. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Я до утра практически убиралась. Ну, понятное дело, пылесосить в такое время нельзя шуметь. Поэтому вот сейчас встала. Сначала решила сухую уборку провести. Ну, чтобы хоть поприятнее было, потому что пылище, грязище, вот, а уж потом буду доставать моющий пылесос и все убирать, и все поверхности протирать. Ну, сейчас основное. Так, ну и в коридоре, потому что тут тоже трешак, выносила мусор, и сейчас еще вот собралось в ночи. Вчера я 4 пакета вынесла, и сейчас вот 4. Но это я тоже понесу вечером, после прогулки с собакой. Жесть. Так, ну и теперь вот моющий пылесос достала. Хочу прям вот так вот стол помыть поосновательнее, потому что здесь я все вещи выкладывала, на столе их перебирала. Соответственно, тоже пыли много. Здесь надо все заодно. Конечно, удобная штука. С пылью хорошо справляется. Так, ну и теперь полироль Золушка. Я туда эфирное масло мяты перечной добавила. Такой шикарный аромат. Ну и полирует хорошо. Прям идеально. Ну и порядок, в общем-то. Так, теперь здесь, на этом стеллаже, я, честно говоря, редко к нему подхожу. Пылища скопилось много. Я сюда вообще в комнату захожу чаще всего вот помыть полы, ну и иногда на балкон. И поэтому как-то на остальные полки редко смотрю. Здесь у меня еще хранятся тут парфюм всякий разный, тому подобное. В общем, сейчас тоже все натираю полиролью, перед этим моющим пылесосом. Как-то так. Это у меня обогреватель. Лампочка, подсвечник, ну и все такое. Всякий декор, особенно раньше для видео использовала. Так что расставляю по местам. Руки сохнут ужасно, но я не могу в перчатках, мне не нравится. Но от пылища кожа сохнет, у меня ногти... Я сейчас без маникюра, и свои ногти стали слоиться. Вот, обычно я и убираюсь длинными ногтями, но в этот раз решила дать отдохнуть ногтям. У меня просто все пошло не по плану. По моему плану, я, когда снимала ногти, я думала, что я там сделаю тесто, приготовлю вкусняшек, потом сделаю маникюр, ну и, как всегда, можно будет убираться там и так далее. В общем, теперь ногти вообще в жутком состоянии. Ужас. Так, ну а здесь пыли. Еще потом буду флакончики все перемывать. Так, ну и вот эта полка, как видите, сколько пыли. Я потом хочу просто помыть флакончики с парфюмом, прям с мылом, чтобы они были такие красивые. Но это уже после... Отпуска сейчас не до этого. Если что, у меня там патчи на глазах, не удивляйтесь. Вот. Сейчас только пылюку протираю. Так, ну и высохло белье. Нужно будет другое вешать. Сейчас снимаю это. Решила тоже заняться стиркой, а то не могла себя заставить. Не знаю, обленилась я последнее время. Не, ну я, конечно, наверное, больше наговариваю на себя, но вот в плане стирки, да, как-то все было не с руки. Сейчас рассортирую что куда. Так, бельишко принесла, только что постиранное. Ну, вроде как, я какие-то пятна в этот раз решила хозяйственным мылом предварительно застирать, натереть. Это гораздо лучше, потому что я уже...
лет 5 покупаю Boss Plus отбеливатели. Вы знаете, с каждым разом изначально качество было отличное, такое же, как у антипетина, но сейчас качество стало отвратительное. Я уже думаю искать что-то другое, либо, правда, пользоваться вот хозяйственным мылом. Но это не всегда удобно, вот застирывать. Все-таки мне проще, как усилитель стирки, добавлять что-то, но Босс Плюс явно это уже, не знаю, надо что-то другое. Процесс уборки идет полным ходом, я протерла все поверхности, сейчас вот здесь вот единственное, что все поправлю, поставлю на места. Вот здесь вот у меня такой, ну такая газетница стоит, это для вязания, то, что я буду сейчас вязать, будет тут. Вот. В процессе я уже рассказывала, что будет перекрашен этот шкаф. Я его сначала хотела продавать, но сейчас я его решила оставить. Он меня устраивает. И вот этот стол тоже будет перекрашен. Вот этот комод будет перекрашен. С икеевским шкафом, я не знаю, может быть, я его перекрашу в черный цвет, может быть, в светлый, я пока не решила, потому что вот это черное, и у дивана тоже, как видите, серое с черным, поэтому я даже не знаю, может быть, это будет какой-то светлый, да, наверное, светло-серый цвет, вот у всех названных поверхностей, кроме этого шкафа, вот с ним я пока еще не определилась, будет он черный, светло-серый. Вот я тоже думаю еще насчет этого комода, потому что его тоже нужно отреставрировать, но какой цвет, не знаю. Потому что, может быть, вот эта вся сторона, допустим, будет серая с черным, а здесь вот просто черная, как бы для контраста. Пока еще не решила. То, что у меня там залежит дверью, это я в ближайшее время уберу, когда освободится место. У меня вот там, видите, лежит приспособа в шкафу. Это как раз-таки вот для таких вот работ. Тут я повесила пока сумки для ноутбука, такие сумки, но это далеко не все. Там вот у меня стоят еще швейная машинка, оверлок. Несколько там фотокофров с техникой, ну, с оптикой. Но это по папина. Здесь вот это все творческое, ткани, вязание, рукоделие. И тоже старинный там фотоаппарат. Здесь вот гладильный комод, но здесь лежит пряжа. Ну и тут пока вот так вот, потому что какие-то вещи будут под отдачу, тому подобное. На балкон наконец-то поставила DVD-шник. Вот здесь тоже нужно будет навести порядок. Ну, в смысле, здесь я регулярно навожу порядок. Просто листья падают с цветов, еще что-то. Ну, короче, как-то так. Решила воспользоваться вот этой вот насадкой на пылесос со щеткой, чтобы лучше мыть полы. Ну, а теперь надо помыть посуду. Сначала достану чистую, сухую. Я обычно всегда, когда, ну, перед сном в обязательном порядке мою посуду, да и вообще по принципу поела, помыла. Но вот это тот редкий случай, когда я оставила посуду, потому что у меня не было сил. Сейчас вот буду все это мыть. Я сейчас доиспользую от Faberlic средство для, ну, устранение, ну, мыло, которое, в общем, запах с рук убирает, все такое, там немножко осталось, надо доиспользовать. Вот. А зеленое средство, это самое дешевое от марки «Каждый день», но оно, кстати, хорошее. Оно не густое, но и не совсем жидкое, как вода. Оно какое-то такое средненькое. Вот. Посуду я мою холодной водой, но не из-за экономии, а вообще, как бы холодная вода это лучший растворитель. Ну, это простые законы химии. Мне папа рассказывал. И действительно это так. И, кстати, жирную посуду тоже лучше всего мыть холодной водой и любым дешманским средством. То есть не обязательно фэри. Вот, то, что вот если средство дешевое и не очень хорошее, но мыть им с помощью горячей воды, жир будет убрать очень сложно. А с холодной водой даже любое дешевое средство работает идеально. Так что имейте в виду.
Ну, другой вопрос, как это на руки действует. Но знаете, когда на улице нет сильных морозов, то вода из крана течет нормальная, комфортная для рук. Вот сегодня я немножко подбавила теплой воды, ну, кран повернула, потому что на улице похолодало, видимо, и это сразу отражается на температуре воды холодной. Уже другой день я готовлю на завтрак лепешки, ну такие, там сыр, зелень всякая. Ну, рецепт, если интересно, то Оксана, возможно, покажет в своем видео. Пишите ей запросики. Вот. Так что делаю столько у меня. За счет сыра, кефира, они прям румяные такие. Села завтракать, как раз решила попробовать лепешку. Ну, кстати, 221 калория на 100 грамм. Вот этот блинчик 39 грамм. Ну, в общем-то, переложила я эти лепешки в икеевский пакет и заморожу. Потому что, ну, вряд ли я их буду есть каждый день, несмотря на то, что они очень вкусные, но они как бы и калорийные. Хотя даже, вот я говорю, вообще без масла жарила, но сам по себе состав. Ну вот, может быть, в дорогу с собой на завтрак возьму. Посмотрим. Наконец-то нашла время сделать соленую карамель. Кому нужен рецепт, у меня ВКонтакте на страничке, там листайте. Где-то ссылка добавлена на этот рецепт. Вот. Ну, он с какого-то сайта, в общем, перейдете по ссылке, если что. На улице сегодня как-то печально, пасмурно, но мне сейчас нужно будет сходить собаке за едой, поэтому буду сейчас собираться, а пока смонтирую это видео. Вам желаю здоровья, хорошего настроения, вдохновения во всем. До скорой встречи. Пока-пока.